Это два огромных лаки острова. На одном из них находится синяя команда, а на втором красная команда. Чё, готовы? Да! 3, 2, 1, 0. Можете начинать ломать лаки-блоки. Начинается первый раунд, и все ломают лаки-блоки. Вам нравится то, что вам выпадает? О, сразу начинается обстрел красных. Облом. Вы не забывайте, что у вас всего лишь одна жизнь. Берегитесь. Да, я, кстати, вам забыл сказать, что у вас только одна жизнь. Так что будьте осторожны. О, я вижу, тут уже у красных окопы свои появились. Нет, у него шарики были. Он поднимается к вам, синие. Стоп. Синих больше нет? Один синий остался. Ахахахах. Он вас всех победил. Реально. Хайфер всех синих уничтожил. Начинается второй раунд, и в нем кинул лаки аирдроп. Короче, это игра. Да. Красным я скинул, и синим тоже скидываю. Давайте начинать. Да, давайте. Второй раунд начинается. Так, красный уже... Ой, одного красного уже убили. Начинается война жесткая. Оу, ему упала хорошая броня. Синие на этот раз не хотят сдаваться и начинают огонь по красным. Один из красных уже проиграл. А, он вернулся? Ой, вас вообще красные обстреливают. Агуша к вам телепортировался. О нет, сейчас... Нет, Агуша, ты своей команде испортил жизнь. Ой, Хейфер, у него броня хорошая. И еще крутое оружие. Он сейчас вас всех может уничтожить. Только Даник остался. Даник против... Он идет сверху. Начинается жесткая заруба. Жесткая заруба. Все. Что? Они друг друга убили одновременно. Я в итоге победил. Ура. Так, у синих не хватает одного человека, поэтому к ним присоединюсь я. Начинаем раунд. А, точно, не ошкать. Начинаем ломать лаки-блоки. Я вижу, как красные тоже начинают открывать. Давайте построим домик, вот смотрите. За ним прячьтесь. Пью. Я убил там кого-то. Я гуся убил. Картошка, где картошка? Нет, Агуша. Он схватил картошку. Райан, да ничего страшного, мы же можем возрождаться. Я забыл сказать, что у нас есть кровати. Почему я все время забываю важное говорить? Надо к ним построить мост. О, опять картошка, еще так. Мост и картошка. Мы можем попробовать рискнуть. Не надо. Нет, картошка. Ой, ты картошку взял. Сделай мост. Давай, ты же можешь. Твоя смерть не будет даром. Как я сделаю? Ну, у тебя же есть твой сами. Я не попал. Не попал? Ну, короче, ты просто так умер. Другой дедлайн, тихо. О, дедлайн, дедлайн. Все, не попробую на нем проехать. Давай в атаку. Ё-моё, мне картошка мешает. Меня стреляют, стреляют. А, я упал, все, мне конец. Да. Что у тебя? Посмотри. О, давай тащи. Он здесь, он здесь, он здесь, он на базе, убивайте его. Это Бобкэтик, он взорвался. Чего? Мне просто везение какое-то на всё. Да, это камикадзе. Чего они нас постоянно травят? У меня есть план. Пец. Nope. В атаку, ой. Что это? Хайфер напал на нас. Надо убить Хайфера. Пусть подойдет только. Не уверен, я что-то... Убиваем Хайфера! Он бросил мне картошку. Я пойду ее разменяю. Знаешь, невероятно. Я взорвал Хайфера. И Хайфер неубиваемый, просто его невозможно убить. Стреляйте в него. Да. Все, мы его победили. Или нет? Да, он проиграл наконец-то. Столько этого ждали. Все, давайте в атаку за мной. Давайте, я строюсь. У меня есть блоки чуть-чуть. В атаку на этих злых. Убиваем Хайфера. Я скинул Хайфера. Так, привет, 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 привет. Все, я всех взорвал. Картошка. Куда картошку девать? Хайфер, на. Все, я подарил Хайферу картошку. Ой, как плохо теперь. Хайфер, иди сюда. Огонь в них коробкой. Я в них коробку запустил. Я поймал Хайфера в коробку. Теперь он будет в коробке жить. Почему у всех есть крутая броня, кроме меня? Ура! Ура! Мы выиграли. А что да, случилось? Играем. Как мы победили? Я не знаю. Я тоже. Ну, главное, что мы выиграли. Получается, у нас какой счет? У нас равный счет получается. Да, 1-1. Начинается четвертый раунд. И лаки-боки ломаются. Ну, как это всегда и бывает, в принципе. О, я вижу, кому-то уже выпал очень крутой нагрудник. А что там у нас у синих? Да, у них тут очень много всяких штук. И они стреляют просто по красным. Нет, вы меня картошку запустили. Сейчас взорвешься. Блин, такой хороший нагрудник терять не особо хочется, наверное. Ненавижу картошку.
Я тоже. На. Жесткая битва просто. Теперь у гуся картошка и у попкетика картошка. Они оба обречены на... Так, а что у нас там делает Хайвер, интересно? Самый крутой профессионал среди нас. Он добывает вакиблоки и пытается выбить суперкрутые вещи. А, и он пытается меня взорвать, хотя я невидимый. Умер от картошки. Да. Самая глупая смерть номер один. А что, все только Хайвер остался в вашей команде? Вы все проиграли, да? И у него тоже картошка. Кажись, красные обречены на поражение. Начинается пятый раунд. Если победят синие, то игра на этом закончится. И синие одержат победу. Если победят красные, тогда будет финальный раунд, в котором определится, ну, команда победитель. Ой, тут Кэтмен. Я знаю, что с ним надо делать. Бах, на тебя, Кэтмен. Агуша, лови подарок. О, меня убили, ура. Так, я бросил... Я не знаю, кто это сделал. Гусь, ты злой вообще. У меня есть идея, я открою портал рядом с вами. Там попаду к вам. Давай. Вот так, Кэтмен. Вот тебе, Кэтмен. Минус Кэтмен. Гусь, вот тебе. Вот тебе, Гусь. О, нет. Нет. Кто меня стреляет? Агуша, привет. Ух, ах ты, Нак, меня убил. Ой. И убегаем. Это сила уха. Ай, втроем на одного, нечестно. Ой, что там за взрывы происходят? У Бобкэтика Робби Блэйдж. Уничтожаем их, давай. Пью. Отступаем. Я сбежал. Не сдавайся, ух. Ну не сдаюсь. Мы победим. Я тоже так думаю. Ай! Кэтмен! Он купил стрелы на арбалет. Кто-то мне дал картошку. Я тебя ненавижу. Это я, это гусь. Ну ты злой. Я так всегда и знал, что ты злой вообще, гусь. На! Давай себе картошку. Я взорвался. Ты с чайкой ему. Да. Не дымите, нам плохо. Мне хорошо, но, блин, это я. Ай, больно. Кто это стреляет из арбалета? Как думаешь? Это все, это точно я знаю, кто это. Это Кэтмен. Он всегда такой профессионал. Почему генератор прокачали? У нас генератора даже нет. Не знаю. Гений. Мы, сука, геймсом одни. Да. Джет, надо осторожно, у нас нет кровати, теперь мы можем проиграть. У нас только одна жизнь теперь. Минус. Теперь картошка стала моей. Ура. Я так люблю картошки. Надо что-то делать. Картошка. Ай. Ненавижу картошку. Что? Я убил Агушу зато. О, Геймс, держись. У меня нет ничего. Держаться. Прошу, Геймс, выиграй. Стараюсь. Гей, негодяя. У меня только 40 хп, 30, 20. Что? Это что? А кто выиграл? Я картошку взорвал. Все. И мы оба проиграли одновременно. Ух, победила дружба. Давайте дружба выиграем. В решающем раунде была ничья. Поэтому победила дружба. Победила дружба. Победила дружба. Все, я тебя ненавижу.